развитии индустрии важна не только сама услуга, но и то, как она подается. В свое время на смену парикмахерским пришли салоны красоты, а сегодня становится популярным формат творческого пространства. В данном случае оно объединяет кофейню, салон красоты и площадку для мастер-классов и семинаров. Сегодня мы открываем совершенно уникальное пространство, которое не имеет аналогов в этом городе и вряд ли имеет вот такие точные аналоги в стране. Фишка в том, что я парикмахер, начнем с этого. Я парикмахер до мозга костей. И в свое время я прошла и прохожу сейчас достаточно разные грейды, формирования такого бьюти-специалиста. Это дало мне опыт, как вообще работает этот бизнес, что чувствует парикмахер. И это пространство создано парикмахером для парикмахеров и для тех, кто любит этих парикмахеров. Этот дом создан для того, чтобы здесь просто было хорошо. Это салон красоты, это кофейня, это мейкап-студия, это коворкинг, это бьюти-пространство, это то место, где круто проводить события. Это просто то место, где хочется быть, куда хочется приходить, где хорошо. Ты можешь прийти сюда попить кофе, ты можешь сделать быстрый макияж, ты можешь прийти на услуги. Если ты свободный специалист, если ты фрилансер, парикмахер, то ты можешь работать в классной команде, ты можешь делать свой бизнес так, как ты хочешь. Если ты молодой специалист, в общем, все парикмахеры, все бьюти-специалисты и все клиенты этих бьюти-специалистов будут встречены здесь совершенно уникальным пространством, атмосферой. Просто здесь всем круто. Творческая команда Ирины Жуховой всегда ассоциируется с организацией ярких эпатажных перформансов. Не обошлось без этого и на открытии Дома парикмахеров. Ирина просто смогла вокруг себя создать такую команду, которая может ей помогать. Ну и, естественно, от личных качеств это тоже зависит. Просто очень сильный человек, который знает, куда он идет. В этом году Facebook сказал, что мы дружим уже 2 года, но ни я, ни она не помним, как мы познакомились, если честно. Мы просто в какой-то момент сразу начали съемки, начали мне красить волосы, меня стричь, и как-то вот оно все пошло-поехало, и вот я не помню, как это началось даже. Мне очень нравится, конечно, прекрасно, что пространство очень большое, очень много места, мы тут даже уже снимали, то есть можно и стричь, и красить, и где-то поснимать, что-то еще поделать, и вообще прям, мне очень нравится. Ира человек такой, она магнит, который притягивает к тебе, к себе талантливых людей, талантливых мастеров, и притягивает таких же, как она, мощных по энергетике, очень сильных и любящих. Мне в этом пространстве очень хорошо, потому что я тоже в нем теперь живу. Выделено 6 мест для визажистов. И, в общем, мы теперь одной большой семьей, визажисты-парикмахеры, живем в нашем новом домике. В наш век глобализации и сетевого бизнеса популярность набирает и некий антитренд – нишевое авторское направление. Особенно успешны эти идеи в сфере красоты, моды и дизайна.